Всем привет, друзья! Я снова в Карпатах. И сегодня у нас пеший поход на гору Лютянска-Голица. Сегодня у нас четверо. Великолепная четверка. И мы погнали. Или пошли. Я пойду в далекие горы, на широкие полонины. Наш маршрут начинается от турбазы Полонина, села Лумшоры Перечинского района. Добраться до турбазы можно рейсовым автобусом Ужгород-Лумшоры. От села нужно пройти не более километра по дороге, ведущей к турбазе. Дорога проходит вдоль горного ручья Туричка, протекающего справа. По пути нам встретится небольшой, но очень красивый водопад Давир. Последний из лумшорских водопадов называется Крутило. И там мы остановимся на некоторое время на отдых и фотосессию. Водопад Крутило находится в урочище Кичера, примерно в 2 километрах выше по течению от села Лумшоры, возле турбазы водоспад. Лютянская Голица – это гора в украинских Карпатах, в массиве Полонинский хребет. Расположена в пределах Великоберезнянского района Закарпатской области. Обратите, друзья, внимание на эту каменную кладку. Сразу видно, специалист поработал. Но вы понимаете, о чем я. В общем, природа, как говорится, рулит. В ясную погоду с вершины Лютянской Голицы хорошо видны близлежащие горы Полонина Руна, Малая Голица и гора Острая. Прямо возле тропы нам встретились белые грибы на обочине. Так что нас ждет вкусный ужин сегодня. Пройдя 2 полянки, мы выходим на участок маршрута, который отличается особой крутизной на подходе к самой Полонине. Так что мы немного и подустали.
сказав.